Кон. Что такое? Что ты, блин, как ты стыд? Смотри, прям сам дорогу. Идти вперед дальше. Поверхностно. Тут закутано. Я же сижу, чем что-то.
Морковь, морковь. Женщина ума спрашивает. Он про себя так говорит, потому что да, бывает. А, бывает. Ну да. А, он свое, ты свое все. Ты же герой-то, тебе же, что женщина будет тебе говорить, иди там вот герои там, да, то есть, что она тебе, чем она тебе уходит, да. А, наоборот, ну ладно, значит, нет. Нет, все равно ты же никак не отделаешься, женщина вообще это не касается, все, они, да, понимают, да, на них никак не свалишь то, что, да, понимают, ну ладно, ну, ладно. То, что женщина восхищается, если ты мужик, и реагирует на это как женский организм, и, как бы тебе сказать, как котята, да, млеют от тебя, если ты, да. То есть это, наверное, нормально, если ты про это говоришь, да. Ну, я тебе даже не про Битлз там и не про какие-то эти штуки говорю, просто то, что, ну что, Битлз, и что дальше, понимает. Ну, да, да, ну, это моя специальность, понимаешь. Если ты, да, то есть, к примеру, я тебе говорю, то есть свои дела развивают, да, то есть, понимаю, да, ну да, к примеру, ну музыкальное, что там музыкальное, воздействие, искусство, воздействие, умность, интеллект, знание, умение, ну и так далее, да хватит мне мозги пудрить, то есть, что женщины, как бы, понимают, так, я просто понял, ну так это, ну и что, вот он понял тебя просто, да. Они не мужчины, понимаешь, то есть, да, он про это говорит, вот это он имел, да, то есть их надо как бы восхищать, если тебе про это, да, ну, наверное, они тоже с собой как-то, наверное, понимают, да, наверное, да, ну, все, кстати, надо. Чем бы их восхитить, если бы даже я просто о себе так говорю, потому что, ну ладно, я про себя так и говорю. То есть без них ты не можешь разобраться, да? Что нужно, что нужно сделать. В том-то и дело, они же ничего не... Женщина откуда она такая? Увидела тебя, такая, ааа, и все там, типа, да вот. Надо для себя так говорить, да. Не умею это сказать. Thank you.
Внутри нас. Нет, но... над нами, понятно. Внутри нас, которая тянет тебя, как бы, быть мужчиной. Не расти над собой, а развиваться, да. Ну, я понял, что... Seller's favorite game mechanic, Mega Evolution. See, there's actually an alternate dimension that runs right alongside the main timeline where everything is exactly the same except not. Characters look slightly different, Pokemon can Mega Evolve, and the story changes just enough to be sold as an entirely new game. This includes X and Y, Omega Ruby, Alpha Sapphire, and presumably an alternate... Ну да. Нормальная игра, это же просто. Чей? Побоялся меня. Final Fantasy VII — это не просто одна из самых ожидаемых игр последних лет. На мой взгляд, это один из самых важных релизов вот в эти непростые времена. Дело не в том, что это там ремейк легендарной игры, оригинал был 23 года назад, да, что на нем выросли миллионы игроков, целые поколения разработчиков ей вдохновлялись, многие из-за нее пришли в игровую индустрию, как тот же Кен Левин, создатель BioShock, который не раз говорил, что именно седьмая Final Fantasy показала ему, что игры могут рассказывать потрясающие истории, поэтому он стал сценаристом, а позже геймдизайнером. Дело не во всем этом, а в том, какой эффект производит эта игра. Насколько она позитивная, насколько широко она заставляет тебя умиляться, улыбаться, испытывать позитивные эмоции. А это в наше время непростое, когда со всех сторон давит, ну, не самый приятный информационный поток и хочется от всего отгородиться. Куча народу на грани нервного срыва, да, и каждый день только потребляет ужасные новости. В этот вот момент Final Fantasy VII для меня прямо-таки стало спасением, отдушиной. То есть ты включаешь ее, немедленно переносишься в какой-то потрясающий, невероятно детализированный мир с потрясающими героями, что очень важно, еще и героинями, лихими приключениями, милейшими сценами и позитива, который льется из каждой секунды экранного времени. Bombs detonated one, members lost zero. And one step closer to a brighter future. Hell yeah! Final Fantasy VII на сегодня максимально редкий зверь даже в жанре JRPG. Это такая классическая киношная
приключенческая игра с битвами. И она даже вот максимально не похожа на то, что мы видели в Final Fantasy 15, где пробовали в открытый мир, и, в общем-то, даже получалось. Нет, здесь мы отправляемся несколько в прошлое по концепции, но вот с современным уровнем реализации. И на удивление, вот старые лекала сегодня, вот, на новом уровне исполненные, охренительно работают на фоне всех остальных игр. Это не какой-то дословный качественный ремейк, а полное переосмысление оригинальной игры, и фанаты будут удивлены, насколько оно большое. То есть здесь даже не вариант Resident Evil 3, да, где просто сделали новую игру, какие-то там моменты оставили. Здесь оставили все самое крутое, что было в Final Fantasy 7, и вот сверху еще нагрузили дохренища всего. Как результат, за один раз всю эту историю не удастся рассказать, то есть ремейк Final Fantasy 7 будет выходить в частях. И видно, что все это делали фанаты оригинала, то есть новое поколение разработчиков, которые росли на седьмой финалке. И они заморочились на невероятном количестве деталей, они расширили каждую сцену, добавили новую, добавили больше диалогов, взаимоотношений персонажей, совместных приключений. В общем, по сути, это эталонный ремейк. What about the flowers? Oh, the flower girl. And this is... An old church in the Sector 5 slums. При этом самое крутое то, что чувствуется, что оригинальный сценарий, оригинальная вся история, она из 97 года. Поэтому и в сюжете, и в диалогах, ну, встречаются темы, которые на сегодня, ну, выглядят уже просто таки дико. Здесь в отношении между персонажами, в диалогах очень развит там фэтшейминг, здесь есть толстый персонаж, над которым постоянно все шутят. Здесь полно сексизма. Я уж молчу то, что все женские персонажи это тотальная объективизация, одна краше другой. Все супер секси, и все постоянно пытаются закадрить главного героя, говорят реально двусмысленные фразы. Это такой, блин, просто привет 23-летней давности. Сейчас так не делают. Tonight, you and me together. I want you to come with me to the Sector 7 plate. I'll give you the details on the way. И на самом деле интересно, что основной сюжет игры, он тоже, с одной стороны, такой привет из 90-х, когда очень актуальны были все скандалы с добычей нефти, с нефтяными компаниями, которые там загрязняют окружающую среду, когда Greenpeace там воевал на каждом шагу просто со всеми. И, собственно, такая аллюзия на реальность, она здесь заключена в основной сюжет. То есть есть корпорация Шинра, которая добывает энергию Мака из недр планеты и тем самым ее убивает. То есть, ну, буквально высыхают земли, умирают животные, погибают растения, но вот цивилизация, она решила отгородиться от всего этого в стальном городе, при этом у этого города есть там трущобы под ним, а сам город, он находится на опорах высоко в небесах, и его там проблемы окружающей среды не сильно волнуют. А главный герой Клауд, он наемник, бывший солдат, в общем-то, корпорации, которого нанимают эко-террористы для того, чтобы, в общем-то, выводить из строя эти вот макореакторы. This bomb's sole purpose is to drain the planet dry. While you sleep, while you eat, while you sit, it's here sucking up Mako. It doesn't rest, and it doesn't care. You do realize what Mako is, don't you? Поражает то, с какой любовью проработан этот мир, потому что вот на любом уровне, куда бы ты ни пошел, везде какое-то огромное количество массовки. Все постоянно обсуждают вообще, что происходит вот по сюжету, какие-то глобальные события, куча каких-то мелких историй. Once the trains are running, we'll head to the office and do whatever we can to help. That's how we can fight back against terrorism. Куча анимаций. Вот реально смотришь на некоторые уровни и кажется, что это декорации для какого-то вот CGI-фильма здорового, огромного. Роликов просто дохренища. Они сделаны не просто так, да, чтобы были, как в каком-нибудь Assassin's Creed или в играх Rockstar, где чуваки просто болтают. Нет, каждый раз это какая-то вдумчиво поставленная сцена. Либо там, если это простой диалог с какими-то мимами, эмоциями, движениями, либо если это разборка по-серьезному, как в кино, поставленный экшен. Причем этого добра просто дохрена. Реально хватит на фильм. Всю жизнь рождать будешь, значит. Надо понимать. Да. Да. Ты запоминаю тебя, меня хватит. You better. Yeah. Body.
самое такое необычное ощущение, которое ты ловишь, это то, что всегда, да, когда ты играл в JRPG, у тебя было ощущение, что ты читаешь книжку такую увлекательную, ну да, между этим. А если ты мужчина, смотри, если, ну, мужского пола человек, ну, понимаете, тогда как жить? В какой стадии? Ты будешь мучиться всю жизнь? Между халявой, да, поняла она тебя. Между отдыхом, да, поняла тебя просто, да. А как, ну нет, а что ты хочешь-то? Какого уровня баланс? Чем делать? Да, понятно. Какого уровня, да, понимаете? Долгий же новый. Наверное, самое амбициозное, что есть в Final Fantasy VII, что на место вот этой книжки пришло полноценное кино. И вот кино не в виде говорящих голов в ролике, а действительно интересно в поставленных ситуациях. И в общем, во все вот это сюжетное великолепие, в атмосферу, в приключения, в дух невозможно не влюбиться. Но нужно понимать, что когда вот столько всего вот такого в игре, ну, невольно страдает что-то другое. В данном случае страдает свобода перемещения, интерактивность мира, и нельзя вот сказать, что Final Fantasy VII идеальная игра. Увы, это не так. Готовьтесь ходить, в общем, по дико красивым вот, но трубам, то есть какие бы красивые декорации вокруг вас не были, вы все равно вот ходите по каким-то лабиринтам.